Блюз, буги-вуги, рок-н-ролл и R&B. Маэстро из Америки Кенни Вейн выступил перед барнаульскими зрителями. Каков рецепт фирменного звучания звезды мирового блюза, узнавала наша съемочная группа. Заводные рифы баса, смена аккордов и фирменные триоли. Все это – стандартный набор виртуоза-пианиста Кенни Уэйна. Концерт мировой легенды жанра буги-вуги-блюз прошел в Алтайской государственной филармонии. Легкая, жизнерадостная и мелодичная музыка Кенни Уэйна – настоящий подарок для зрителей. Музыкант искусно исполнил мелодии в стиле блюз, буги-вуги и R&B. Мой папа говорил мне когда-то, чтобы быть успешным, нужно жить музыкой, в моем случае – блюзом. Я успешен, потому что следую этому правилу, живу ей. Мы приготовили хорошее шоу своей музыкой, я хочу сделать публику счастливой. Блюз-босс, так называют Кенни Уэйна, родился в Калифорнии. Играть на инструменте начал в 8 лет, а уже в 14 получил первые деньги в качестве пианиста. Сейчас музыканту 71 год. За его плечами выступления в США, Европе и множество наград. Канадский аналог премии Грэмми, высшая премия для блюзового пианиста Пайнтопа Перкинса и признание лучшим блюзовым клавишником. Сейчас моя главная мечта – посетить те места, где я еще не бывал. Это Япония, скандинавские страны, Африка. Туда очень хочется. Для музыканта это третий тур по России. В этот раз барнаульцы услышали чарующее звучание блюзового пианино из последнего альбома исполнителя, который точно знает толк в музыке. На этом тур по городам Сибири у музыканта не закончился. Он посетил Новосибирск, Кемерово, Томск, а после Москву. Екатерина Варкентин, Сергей Седых, Новости.